Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую. В этом ролике мы будем шариться по мусорникам, искать всякие интересные приколюхи, аксессуары, аптечки там и так далее. То есть я в этом ролике вам покажу, как работает эта система. Особенно новичкам, я думаю, это будет полезно. То есть вы реально можете шариться там каждый вечер и собирать что-нибудь интересное. Я сегодня чисто проверю все мусорники, которые есть на серваке. Заодно вам покажу, где они находятся, потому что не все знают, как их найти там и так далее. Поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Но если ты еще не играешь на проекте Amazing RP, то конечно же не забывай вводить мой промокод. Промокод Полканов можно вводить на любом серваке до 5 уровня. Вводите его и получаете 350 тысяч рублей. Ну что ж, ребятки, я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать, ну и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Предлагаю начать с самого такого блатного мусорника, а именно тот, который находится на Рублевке Южного. То есть здесь Рублевочка, дохрена мажиков, живет там и так далее, и возможно кто-то что-то выкидывает сюда. Тут хуй повесился, пацаны. Здесь абсолютно ничего нет. Мажорский получается мусорник, он полностью пустой. Я в шоке, на самом деле, потому что, ну, я думал то, что здесь хотя бы что-то будет. Сейчас, конечно, время не особо подходящее, то есть там люди еще со школы не пришли там и так далее. Но, как вы можете заметить, мусорка вообще полная. Блять, пустая. Там нету ничего. Поэтому я предлагаю, наверное, поехать либо в Батырево. Давайте сначала поедем. Да, поедем в Батырево, потом в Арзамас и потом вернемся уже в Южный. Я, конечно же, ничего себе забирать не буду, хотя вдруг что-нибудь интересное, да, кто-то и выкинул. Просто бывают такие ситуации, то, что люди там скины выкидывают, которые стоят там 1 000 000-2 000 000 и так далее. То есть бывают такие случаи, поэтому шанс немножко заработать есть. Но в основном такая темка подает для новичков, потому что если вы вдруг зашли только на сервак, вы сможете пошариться по мусорникам, у вас сразу же будут там аксессуары, либо еще какие-то приколы. Поэтому эта темка реально полезная для новичков. Поэтому пользуйтесь, запоминайте, где мусорки находятся, чтобы потом тоже ездить и искать, как бы. Я, конечно, не один такой, знаете, интересный пацанчик, который решил этим позаниматься. Я думаю, все занимаются подобным делом. Перед тем, как даже обнова вышла, я говорил то, что многие будут этим заниматься. Многим это интересно, многие катаются там по мусорникам, ищут, что можно там подобрать и так далее. Поэтому темка довольно-таки популярная, и я думаю, она будет еще популярней. Вот мне в обновлении вот эта дорога прям очень сильно нравится. Просто как они ее грамотно сделали. Теперь здесь можно спокойно ехать, чилить просто, не напрягаться. Дорога реально очень классная. Охуенно, у меня игра вылетела, ёбаный рот. Ну что ж, я снова в игре. Только я, мне кажется, опоздал, да. Здесь нету ни хера вообще. Мне кажется, эти мусорники просто подчистую выносят. Давайте я сейчас закину эти все приколы. Мне кажется, либо меня уже кто-то опередил, либо вот этим делом нужно заниматься вечером. Потому что сейчас будние дни, игроки, точнее игроки, блядь, люди играют в основном вечером. В основном вот эти мусорники были забиты, когда только вышла обнова. Все просто скидывали там аксессуары и так далее. Сейчас почему-то мусорки очень пустые. Поехали тогда в Арзамас, я не знаю, возможно, там что-то есть. Но реально, если все мусорки пустые, это вообще будет реально трэш. Тем временем я уже подъезжаю, получается, на Арзамас. Ну, блин, мне реально кажется, то, что все пусто, потому что по-любому кто-то заходил уже, лутал все мусорки. Да, здесь тоже ничего нету. Но здесь ничего нету. А, о, нихера себе, здесь, кстати, есть. Так, давайте, пожалуй, заберем это все. Мне оно, конечно, не надо, но просто мы перекинем это в другую мусорку. Не, ну я уже рад, хотя бы мы что-то нашли. Я не пиздобол, ребят, то есть я снимаю без какой-либо постановы. Я мог бы, конечно, сам там, знаете, какие-то скины закинуть, либо какие-то аксессуары прикольные. И сказать, типа, ох, нихера себе, смотрите, что я нашел. Но, пацаны, я постановы не снимаю и снимать не буду. И никогда не снимал. Поэтому все по-честному. Если ничего нету, то ничего нет, понимаете? Сейчас здесь посмотрим. Интересно,
ну подожди, я могу сюда перекинуть? Нормально, я скин, кстати, нашел. Вот такой вот, ебать, паренек, как вам, а? Не, ну понятное дело то, что по факту он ничего не стоит, то есть, но я сейчас пособираю весь этот мусор, так сказать, и закину его на Батырева, потому что на Батырева много новичков, и я думаю, им реально будет приятно. Короче, давайте здесь посмотрим. Вот здесь еще есть мусорники, которые мы можем посмотреть. Их вроде бы здесь два. Так, ну здесь ничего нету. Здесь абсолютно пусто. Поэтому поехали к другому контейнеру, тоже посмотрим. Но здесь также ничего нету. Просто, ну, ребята, я уверен на 1000000%, то, что передо мной кто-то смотрел мусорки и что-нибудь нашел. Ну и здесь тоже пусто. Короче, все, получается 8 мусорок, пацаны. Запоминайте, одна мусорка в Арзамасе на вокзале, одна мусорка в Батырево на вокзале, третья мусорка на Рублевке Южного, и получается 5 мусорок еще находится в самом Южном. Сейчас я все, что нашел, закину на Батырева, потому что здесь реально большой поток новичков. Я думаю, им будет приятно зайти, найти себе сразу скин. Да, скин может быть не супер там крутой, дорогой, но все равно. То есть вы сможете сразу с рыжика переодеться, получается, в уже такого более среднего человека. О, кстати, видите, уже все, что я ложил, уже коммунизили. Так, давайте тогда ложим вот эти все предметы. Так, ну, в принципе, нормально. Сканула, да? Я вылетела, да, дура школьная, блядь. Бля, бывает. Вот, пацанчик сразу забежал. Аксессуары уже меряет, ебать, одевает. Опа, ебать. Та ты шо, уже переоделся, ебать. Вот это ему повезло, походу, да? Я же говорю, видите, блядь, много кто эти мусорки лутает. Очень много людей. То есть люди реально на серьезки ездят на дорогих машинах и смотрят, есть там что-то или нет. Нихера себе, сколько я могу забрать. Сейчас, короче, это все заберу, и мы это выкинем. Все, ребята, я забрал все, что у меня было, в принципе, все там аксессуары там и так далее, и сюда мы сейчас, может, кто-нибудь и выкинем. Допустим, можем еще одну бандану выкинуть, можем вот такую вот темочку еще выкинуть. Ну и здесь у меня тоже, видите, еще много всяких аксессуаров. Так, вон, Слава Вальверде сразу, бля, побежал. Я же говорю, пацаны, все чекают, понимаете? Хоть ты новичок, хоть ты опытный игрок, все в мусорках лазят, реально. Вон, пацан тоже побежал. То есть это такая тема реально полезная. То есть много чего забрали. Я, кстати, еще вспомнил то, что здесь есть еще одна мусорка. И сейчас мы, в принципе, к ней, я думаю, поедем. Сейчас на самокатике доедем, я вам покажу. То есть получается всего 9 мусорок, а не 8. Я просто реально забыл то, что на рынке Батырева есть мусорка. Поэтому, извиняйте, ребята, то есть всего их 9 получает. И вот одна из них, давайте, кстати, ее посмотрим. Здесь тоже частенечко что-то выбрасывают. Сейчас посмотрим. Возможно, здесь что-то валяется. Нет, здесь ничего нету. Ну, давайте тогда оставим, так сказать, подарочки. Так, скейт мне нужен, гитару мы можем отдать. Оставлю такие небольшие подарочки для ребят, которые здесь будут тусоваться. Много им аксессуаров всяких интересных. Возможно, кому-то это понадобится реально. Подожди, у меня что, 2 скейта или нет? Так, а у меня получается 2 скейта, да? Блять, он обратно сюда приехал. Он заколебал. Так, кстати, скейт, я думаю, лучше мы на вокзальчик туда закинем. И скин тоже. А пусть все остальное он сам забирает. А все, ебать, я забрал то, что там было. Скейтборд, говорит мой. Братан, он не твой, вообще-то он мой. Так, подожди, у меня реально 2 скейтборда, или я дебил? Тогда сейчас кому-то на спамне скейтборд скинем, короче. Ну видите, блядь, все этим занимаются. Это не стыдно этим заниматься, понимаете? Потому что этим занимаются все. Это реально прикольная такая тема. То есть, если вам вдруг нечем заняться, просто катаетесь там по мусорникам, то уже скины тут выбрасывают. Так, давайте скейт выброшу. Еще вот скин такой выброшу. В принципе, я все, что мог, отдал. Реально, тема такая нормальная. Ну что ж, ребятки, я на это буду заканчивать. Всем огромное спасибо. Надеюсь, вы поняли посыл моего ролика. То есть, реально, пацаны, катайтесь, смотрите, ищите. И, возможно, вам реально повезет. Возможно, какой-то мажор специально что-то выкинет, чтобы какой-то новичок подобрал. Это не исключено, поэтому лучше реально проверяйте, ищите. И у вас реально есть шанс на это даже заработать. Либо, если вы новичок, вы можете сразу зайти, подобрать себе одежду, аксессуары и выглядеть реально уже прикольно. Поэтому не упускайте шанс. Заходите на Amazing RP, все подробные ссылочки есть в описании под видео. Не забывайте вводить по промокод. Всех обнял, приподнял. Большое спасибо за просмотр.